25-26 сентября 2024 года Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с ПРООН провело региональную конференцию, посвященную адаптационному планированию и климатическому финансированию. В мероприятии приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также международные эксперты. Главной целью конференции было выработать общее видение и позиции стран Центральной Азии перед переговорами на КС-29 в Баку. Участники отметили важность совместных действий по адаптации к изменениям климата, особенно в таких критически важных секторах, как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, сохранение биоразнообразия и другое. Центральноазиатские хаб, будем говорить, идут вместе. Доложиться и показать ту работу, которую мы уже сделали, и она будет услышана. Конференция также сосредоточилась на вопросах климатического финансирования. Обсудив возможности доступа к международным фондам, которые окажут поддержку национальным адаптационным мерам, ПРООН подчеркивает, что успешная разработка и реализация национальных планов адаптации во многом зависят от этого финансирования. И сотрудничество между странами-регионами играет ключевую роль. Этот диалог стал важным шагом на пути к укреплению климатической устойчивости и представлению интересов стран Центральной Азии на международной арене. Для ПРООН важно, что конференция усилила региональные позиции, что позволит странам выступить на КС-29 с единым голосом и более эффективно защищать свои интересы в вопросах адаптации к изменению климата.